Приемы населения совместно с представителями местной власти депутат Государственной Думы Сергей Поддубный на своем избирательном округе проводит регулярно. В Белове это уже вторая такая встреча с населением депутата и главы города. Да большинство, и я скажу даже, наверное, процентов 90, если не больше, решается на местном уровне. Просто некоторые люди уже, ну, скажем так, они обращались, может быть, и раз, а некоторые просто даже не обращаются, сразу идут, и просто нужно разъяснить, что нужно обратиться туда-то, туда-то и туда-то. И они потом обращаются, и их вопрос решается. Результатом такой совместной работы может стать и решение вопросов, требующих внимания законодательной власти. Директор общеобразовательной школы номер 8 Светлана Тимошенко считает, что возвращение к прежней системе распределения выпускников могло бы решить кадровую проблему в бюджетных учреждениях. А пока такого закона нет, нужно активнее задействовать имеющиеся резервы, считает глава Белова Игорь Гусаров. Например, повышение зарплаты – проблема, вполне решаемая на уровне образовательного учреждения. Жилье на муниципальном. Примеры решения квартирного вопроса для молодых специалистов в Белове тоже есть. Опрашивайте выпускников. Говорите, дадим жилье, дадим, ну, все дадим. Мы только в прошлом году, по-моему, троих молодых специалистов взяли, квартиру дали. Татьяна Макеева выразила просьбу всех жителей села Мохово. Качество воды в домах селян оставляет желать лучшего, что не может не отражаться на здоровье потребителей. Вот суть там в чем. Значит, у них есть 12, по-моему, скважин. Половина качает солярку в ГСМ, по-простому говоря. Ну, то есть очень плохая вода. Половина, как бы скважин, работает нормально, но вот этой половины не хватает. Я им как бы предлагал увеличить количество скважин там, где вода нормальная. Но до этого еще предлагал подключитесь к толстому водопроводу. Напомним, что таким образом решились проблемы с водой у жителей поселка Грамотейна. Были и частные вопросы. Жительница села Бекова Наталья Чаркова попросила Сергея Поддубного оказать помощь в предоставлении путевки в санаторий для оздоровления дочери инвалида детства. Вот сейчас, допустим, вы живете, мы проводим прием, глава города здесь. И вот, то есть это говорит о чем? О том, что его на самом деле интересуют проблемы. Вот, и он будет эти проблемы решать. Те проблемы, которые относятся вот именно к решению администрации города. Положительные перемены, которые произошли буквально во всех сферах городской жизни, значительно сократили число обращений к главе города. Раньше количество доходило до 100 в день. По подтоплению, да, мы не решили на 100%, но мы на 90% сняли этот вопрос по подтоплению, и практически сейчас вопросов этих нет. По мусору, по уборке дорог. Не по качеству дорог, а по уборке дорог. К сожалению, дороги у нас не ремонтировались уже на протяжении 15-20 лет. И вот, пользуясь случаем, Сергею Анатольевичу, я как бы проинформирую по поводу того, что на сегодняшний день из всех налогов, которые собирают от жителей, а это транспортный налог, это акцизы от ГСМ, они проходят все эти налоги, которые идут на содержание дорог, текущий ремонт и капитальный ремонт дорог, они идут мимо муниципальной кассы. Все острые проблемы на постоянном и круглосуточном контроле главы города и его команды. Но без помощи федеральной власти порой не обойтись. Кроме того, вот пользуясь случаем, я хочу поздравить Сергея Анатольевича с вручением ему золотого знака «Кузбасс». Он заслужил, уже сделал для Белова очень много. И спасибо вам, Сергей Анатольевич, за это. Особая благодарность от жителей за то решение в Министерстве спорта о том, что в 2014 году мы получим федеральные деньги на строительство бассейна.